Смотри, где находимся. Совсем рядом, блин. Так. Температура. Тепло сегодня, 5 градусов тепла. Правда, сильный ветер. Ну, а вчерашнее приключение... Комментарии будут позже. Так. Заправляемся. Я в пути. Сегодня уже третий день. Мы на трассе Колыма. Да нет, говорят, нахрен его знает, где турист, где въезд. Очень важная информация, очень важная.
Бегая по щебенке, дальнобойщики рекомендуют давление в шинах не менее 2,5 атмосфер. У них у самих 12 атмосфер, скорее всего, но там другая.
что-то не то с колесом. Прохожу, оно спущено по нуле. Попытка накачать таблицам не увенчалась успехом, короче. При вскрытии было или два пореза боковых. То есть было спущенное колесо, на котором ехал, вот, каким-то камнем прорезал покрышку. Километров поменять резину.
на трассе он ловил такие температуры. Не дает минус 68-65. А я смотрю на свой прибор 71. При такой температуре резина превращается в стекло. Разбивается как стекло. Мне приходилось менять резину и такие температуры. Для этого паяльной лампой разогревал колесо. Только потом приступал
мыл, никак не могу мыло смыть. Что тут такое? Такая мягкая вода. Я не доеду.
кратно больше, чем продают в Москве. Такой рыбы там нет. Холодный.
ничего нет. Вот натурально говорят, вот Медвежий край. Ничего. Ни радио, ни связи. Вот на заправке, на этой, где меняли резину, все. Стоит тарелка. Thank you.
теплое. Я имею в виду грунт. Вот очень плохо видно.
такая дорога, как вот в данный момент. Все было бы замечательно. Заряжается немного. Вообще вот в таких условиях экстремальных, как сейчас, без map мне не обойтись. У меня планшет слишком медленный, не знаю, что с ним делать. Сравнительные испытания.